То есть мы используем только WarpGate. Мы не строим никого из роба и из... Ну, кроме AppServer'а. Ну, из Stargate'а, естественно, тоже никого не строим. Так, что? Есть ли у нас шанс, например, запушить зерка как-нибудь? В реальности нет. То есть в реальности Протс не может заалынить зерга без WarpGate'а. То есть, ну, типа, я не вижу... Я просто могу сейчас, наверное, попробовать с этим парнем. Ну, типа, выше платины вряд ли я выйду на алынок. С другой стороны, они все будут смотреться странно, да? Так, стоям бы что-нибудь. Немного ли хп там? Да-да-да, это на флут похоже. Да, очень похож на флот, либо у него просто билд такой странный. Ну, то есть ты тут в платине никогда не угадаешь, то есть у парня просто билд ни о чем. В этом, да, беда, конечно. Уж есть ни о чемные билды. Давайте проверим, что у него там делается. Смотрите, две собачки, а тут кто? Кто у нас? Давайте, наверное, батареечку немножко. Спасибо за донейшн. Так, что у нас происходит? Какой просто разрыв! Спасибо. Мы победили! Спасибо, Брейдхед. Спасибо за поддержечку. Смотри, ты подписался на Твиче. На Твиче тоже кому-то удобно, но видно немногим. Вот. Плитку по телефону. Я много про что могу говорить. Почему никого нет на Твиче? Это я не знаю. Возможно. Потому что я не стримлю. Ну, не, я знаю почему. Потому что я не стримлю на Твиче. То есть, вот, смотри, это второй стрим, откуда людям быть. Зрители Твича еще не знают, что я стример на Твиче там и так далее. Вот. На Ютубе на 120 человек. Это просто, ну, трешак. Это вот видно, что, ну, король кликбейта сработал. Да, на Алексе.
Сейчас посмотрим, что тут происходило, пока я флексил. Ну, минимально так. Потому что у нас при 1к донатах там начинается флекс-машина на всю громкость просто. Тоже мой трек, если что. Ну, не мой, он из этих. Из паков, короче, собран там. Вот, так, читаем, что у нас происходит в чатике. Так. Вот, да, на рандомах, то есть я против Алекса будет ни о чем, мой Теран, мой Зерк, они слабые. Ну, то есть они слабые, я играю за протосов, у меня мейнрасы. Я так и не понял, почему невозможен шоу-матч с Алексом 7. Смотри, с моей стороны он возможен на 1000000%. Со стороны Алекса ему нету смысла, в принципе, тратить время свое на шоу-матч со мной. Вот и все. То есть, ну, ты когда что-то делаешь, ты должен получить какой-то профит. Ты там харасишь адептами, например. Ты должен уничтожить какое-то количество рабочих и построить себе больше. Бедняга Зерк, смотрите, 13 рабочих оставили ему. Хорошее открытие будем практиковать. Вот, у Алекса не будет, ну, никаких профитов с этого, скорее всего, да. То есть, ну, на каких условиях? Разведка после фаржи, возможно, будет после там 4К как раз. Так. Какой у ТД ММР? На тоцах 5600 был. Сейчас, ну, на уровне 5000 поиграю, типа, если буду играть. Наверное. Ну, то есть, вот просто, если сесть играть, 5000 дойду. Если буду стараться играть, верну свои там 5,6, там 6. Так, а если в несколько гитов и собрать ранее на универсальный состав из условных адептов, сталкеров и сентри? Он... Проблема его, что он не будет каким-то сверхуниверсальным. У зерга всегда будет просто больше юнитов. Если я буду фотонить... Ну, мы типа пытаемся не фотонить. То есть мы пытаемся не фотонить. Вот это самое главное. Да. Хайп удался, да. Привет. Рад, что гайды помогли, старался. Первый StarCraft немножко играл недавно. То есть, ну, моя история, да, я ее рассказывал в видосах. Я профессиональный игрок в Доту первую. Во второй я остановился перед первым интом, незадолго. Вот. Причем была движуха даже, ну, мог даже туда рвануть. Ну, короче, типа не рванул, другими делами занялся. Решил закончить с дотой. И вот потом второй StarCraft под конец ходца. То есть конец Heart of the Swarm, а начало Legacy of the Void я начал играть. Все. То есть до этого я в РТС не играл. Ну, типа да. То есть что будет, когда у меня будет 30к подписчиков, я не знаю. На каком уровне не стоит менять мейн-расу? Я бы сказал, вообще не стоит менять мейн-расу. Ну, то есть, выбери одну, играй одной. И все. Вот, да, то есть, так нельзя. Нам с этим билдом, получается, нельзя играть, в принципе, ни во что, кроме какой-то технологической истории. С блинком хотя бы. То есть, нам при любом раскладе нужно иметь... технологию на наших юнитов, и она должна быть очень рано, чтобы наши самые, в принципе, бесполезные юниты в игре, протосовские, по всем показателям они очень бесполезны, сами юниты, то есть юниты протосов ужасны, не просто ужасны, но они как бы хороши в контексте там вот экономик и прочих всяких штук, протосы, раса таких, тайминг атак. То есть атак в определенное время. Вот протосы могут иногда делать что-то, что в определенных ситуациях даст им преимущество на короткий срок времени. Вот это вот суть вся расы протосов.
Вот. Наша задача, ну, эту суть всю максимально использовать. И мы этого без варбгейта лишаемся. Мы лишаемся вообще, в принципе, того, что мы можем хоть что-то на карте делать. Наши импеты всегда самые медленные. Так, хорошо, играем в два адепта сейчас. Я не поставил пилончик. Класс. Ну, мы не играем тогда в два адепта. Играем другую абсолютную историю. Еще кое-что попробуем. Ну, раз уж забыли. А, класс. Раз уж забыли, сыграем в один газ. Короче, у нас будет бригада зелков, которые будут бегать и что-то делать. Вот, вот такой наш план. Не знаю, что-то должно дополучиться. Должна получиться какая-то жесткая тема. Вот. Ну, в прошлое обидно. Обидно в прошлом, конечно, стерном. Просто полностью задоминировали и по открытию это всему. Но потом, к сожалению, наши полномочия все. За эту великолепную расу. Ну что, бригада выехала. Сейчас найдем квину. Так, разведчик. Чи-чи-чи-чи-чин. Все. Так, разведчика наказали. Очень-очень-очень много зерга. У зерга есть одно такое маленькое преимущество. В игре, в которой все, так сказать, лежит на том, что... У соперника есть ограниченная информация, у него сейчас неограниченная информация, он полностью знает о передвижениях моей армии. Он пытается. Ну точно, он развесил везде оверов, он в принципе видит все. Thank you.
Sinar, the Zal Dekabari. Yunigan Narligan. Yungal Dal. Arpanisarui. Yun Nayan. Yun Sinar. Yung Sanan. Yung Sulai. Yungmane Chuntuka Pinchajita. Опачки! Какой залетик-то? Смотрите, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надо открыть ворота. Я не знаю, кому это поможет больше, мне или Зергу. Мне кажется, мне немножко дарк передвигаемости. Парень играет просто с мобхаком. Просто с мобхаком, он реально, он видит все. Ну, естественно, он без мобхака играет, он просто видит все. Видит все это в жестком StarCraft'е. Так, немножко. Как зерлинги, забегаем. Мне кажется, делков больше. Просто посмотрите. Микроконтролер не справился. Тихо. Давайте карточку. Беленки. Сейчас должен быть специаль сплита. Мы играем за ВЗ, смотрите. Это было плотно. Сорян, если я кого-то оглушил. Ну, это был флекс, это был просто тотальный флекс. Просто, вот, блин, как мы душили его просто. Смотрите, это было черно. Это бригада, просто бригада. Диктовала свои условия, она ходила. Посмотрите. Вот что делают быстрые юниты. Вот. И фишка в том, что если Зерк умеет играть, делает хорошую экономику к этому моменту. Вот к этому моменту. У него просто юнитов в два раза больше, чем у нас. Вот ровно в два. Смотрите, у нас сейчас 70 лимит, а Зерк может к этому моменту сделать 140. Просто их больше, они по всей карте расположены. Естественно, вот эта вот бригада, она вообще ничего не сделает. Когда дома стоит 140 лимита на 5.40, да? Ну, там 130, 120, например. Зерги. Так, ну что, короче, предлагаю сейчас такую тему. Ну, мы будем, конечно, играть нормально, то есть от разведки и прочее все. То есть я сейчас не буду себя в рамки зажимать. Мы и так зажаты в рамки, у нас нету варпгейта. Но! Поиграем сейчас в дарков. Я знаю, все любят дарков. У нас дарков пока еще не было в этой серии.
посмотрим. То есть наша тема в платине, плюс-минус понять вот сейчас, что еще может работать, что не может работать. Я понял, что супер халява, плюс все она не работает. Какие-то юниты слишком слабые. Вот. Попробуем еще что-то попонимать. А, сейчас, наверное, в Dark Ops сыграем. Должно быть стёбненько. Мне нравится еще идея без кибернетки в стенке. Вот если там нету никаких агрессивных билдов, кибернетка в стенке мешает. Все нормально, все, можно играть. Человеческий StarCraft. Но без варп-гейта жестко. Без варп-гейта жестко. Слишком слабый юнит Утоса. Сами по себе. Ну, как говорит табличка, в принципе. Сюда поставим. То есть, как моя табличка и говорит, что юниты Птоса очень слабые. Сами по себе. Ну, так и есть. Так, вот. Чуть варп не выучил. Ну, в принципе, у меня было еще пару минут его отменить. Не знаю, выглядит пока неплохо. То есть я бы не сказал, что мне что-то прям не нравится сейчас в моем билде. Ну, отсутствие барбигейта, конечно же, мне не очень нравится. То есть... Я понимаю, что у нас сейчас не будет варпа долго, поэтому переходим в два этих. Закажем дарков, значит, я считать разучился, чтобы хватило лимита. Сейчас с варпом можно было бы как раз порешать кучу вопросов. А сейчас просто банально не может занять базу. Ну, вообще можем под дарком. В принципе. Мёнгнёнгль таргетта.
Так, все понятно, в принципе, с ним. И разведки сразу нету. Да, то есть процесс, ну, просто супер уязвимый на самом деле. В основном еще потому, что протосс зависит от стенки очень сильно. Получается, вот эти все юниты, если с базы делаются у нас хоть какие-то, то они слабоватенькие. Чук. Посмотрим. Не знаю, я хочу на +2 выйти в атаку. Надо к этому моменту вот сюда вот по фотоночке хотя бы в минеральную линию, потому что зеленги будут забегать. Нету смысла пытаться что-то делать. Берем одного дарка в армию. Вот не очень. Надо разбивать. Мы сейчас зависим от разбивания вот этой всей ерунды. Это плохо, на самом деле. Просто не любят этот разбивать все. Что у нас там? Что у нас там? Зергушонок. Так, не, я забыл, ну, зерк, я забыл, что вас так много, уважаемые.
Да, ладно, ладно. Не знаю, наша надежда сейчас вот этой армии, в принципе, посражаться, наверное. Делать напряжение тут. Моя тема — делать напряжение тут. Там люркеры. О, я не знаю. Зерги, конечно. Морки, плевотки, вот это все, блин, конечно, жестко. То есть... Ай, блин, это не от сервера! Везде плеточка. Просто везде плетка. Посмотрите, как зерги масятся. Просто посмотрите, как зерги масятся. Все понимаешь, что он все равно проиграл там из-за позиции и прочее. Просто посмотрите, как они масятся.